Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. К сожалению, мы очень часто стали сталкиваться с сообщениями об уходе известных людей, среди которых великие актеры, певцы, композиторы и музыканты. Эти люди внесли огромный вклад в развитие нашей страны и в наше культурное наследие. Уход таких людей – это большая потеря, и мы просто не можем пройти мимо. Эти потери оставляют огромный след в сердцах каждого из нас. Вот и сегодня, с огромным сожалением, мы вынуждены вам сообщить об уходе прекрасного человека. На 86-м году ушел из жизни советский израильский эстрадный певец и актер Павел Кравицкий. В 1967 году вместе с Иосифом Кобзоном Вадим Мулерман стал лауреатом всесоюзного конкурса за лучшее исполнение советской песни. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарны за то, что пишете комментарии под видео. Это помогает нам в продвижении канала. Пишите комментарии под каждым видео, а мы выберем 20 пользователей, которые напишут больше комментариев под нашими видео, и отправим каждому по $50. Нужно обязательно быть подписчиком нашего канала и поставить лайк на последние 5 видео. Берегите себя и своих близких. Будем благодарны за лайк и подписку на канал.